университетом, рядом с военным училищем, пешеходной зоной, торговым центром, расположена Сурьма. Видимо, для Сурьмы место, скорее всего, за городом, но не в пределах, не в центре города. Жильцы дома жилого, который расположен в этом же квартале, они жалуются на крики, постоянно слышны. Эти крики не из-за того, что их бьют, а из-за того, что они просто переговариваются между собой. Это некая тюремная коммуникация. Плюс, я думаю, что для горожан в этом месте было бы лучше увидеть какой-то там парк, аквапарк, какую-то зону отдыха вместо вот этой тюрьмы. И, конечно, для кого-то может быть памятник, кто же там сидел Вавилов. Но, думаю, не для родственников Вавилова, не для самого умершего Вавилова. Это бы никогда не был памятник, и он с удовольствием бы это все снес, сравняв с землей. Гордиться тюрьмами странно, нелепо и глупо, я считаю.